Здравствуйте, друзья! Сегодня в нашем обзоре банкнота достоинством 1 тиын образца 1993 года Республики Киргизия. Киргизия находится в Центральной Азии. На севере она граничит с Казахстаном, на востоке с Китаем, на юге с Таджикистаном, а на западе с Узбекистаном. Практически на севере небольшой территории страны находятся горные массивы. Банкнота изготовлена на белой бумаге размером 90 на 70 мм. Преобладающий цвет банкноты – красный. В бумагу внедрены бесцветные волокна, люминесцирующие в ультрафиолетовом свете. Бумага имеет водяные знаки в виде орла, размещенные на всей поверхности банкноты. Банкнота отпечатана офсетной печатью. На лицевой стороне банкноты в левом верхнем и правом нижнем углу изображен цифровой номинал число 1. В центре – парящий беркут на фоне солнечных лучей в орнаментальном круге. В круге находится надпись «Киргиз Республикасы» и словесный номинал «Бир Тиын». По краям орнаментального круга расположен микротекст «Киргиз Республикасы». Слева и справа от изображения Беркута расположен сквозной регистр. В правом нижнем углу расположены серия и номер банкноты, отпечатанные черной краской. Серия состоит из одной цифры и двух букв. Номер из 8 цифр. Давайте посмотрим, как выглядит банкнота с обратной стороны, с реверса. Вот так вот выглядит банкнота с обратной стороны. На оборотной стороне банкноты в левом верхнем и правом нижнем углу изображен цифровой номинал банкноты число 1. В центре изображение национальной символики, солнце и тундук в орнаментальном круге. В круге находится надпись «Киргиз Республикасы» и словесный номинал «Бир Тиын». По краям орнаментального круга расположен микротекст «Киргиз Республикасы». Давайте посмотрим, как выглядит банкнота на просвечивание. И увидим орла, которые изображены водяными знаками. Вот мы видим этих орлов. По всей плоскости банкноты. Какая у нас сегодня с вами была банкнота Республики Киргизия достоинством 1 тиын. А на сегодня все. Всем спасибо за внимание. До новых встреч!